Я сейчас что-то это за водой пошел, что-то иду и думаю, что-то не хватает в игре. Краузера не хватает в игре. Вождя не было. Не было, короче, вот этого монстра, который... Там, где клетки падают. Вот его не было, тележек не было. Что-то они все урезали. Но с Краузером я могу понять, почему они вырезали. Слишком там этот... Как его... Хотя, мне кажется, он на катсцене был изначально, не? Там какой-то трейлер. Я просто это... Я включал игру, проверял. И там вначале крутили вроде бы ролик, и там вроде бы Краузер был. Он сейчас должен быть или до этого должен быть? Я уже что-то уже реально не помню. До острова или после? Мне кажется, он... Подожди. Реально не помню. То, что вождя нету, это я сейчас вообще что-то, короче, это выпал. Его, про него же говорили. Типа, пришел большой вождь, но его самого не показали, правда? Ну ладно. Вырезали хер с ним. Что у нас там вообще на повестке дня-то? Так, отправился Клаус Альминадос найти место, где еще, где сидит Эшли. Так. А чё, холодильник будет? Ёб мать, привет. Лёль. Брось топор, сука, заебал. Успокойся. Все, наконец-то. Кончились патроны для этого блядского оружия. Дай угадаю. Дай угадаю. Патрон для блядского ТМП. Сука, нет, чтобы дать что-нибудь полезное, блядь. Вот, например, вот это. Ну, три хотя бы, ладно. Нычки? Нету? Так, Эшли держат здесь. Help me, Leon! Так, дверь закрыта на ключ карту. Пойду найду карту, вернусь скоро. И, конечно же, они оставили самое душное. Да? Спасибо. Спасибо, Данич. Данич! Хочешь тряпку? А, не дам. Да... Чего, блядь? Серьезно? Да, блядь, ты угораешь. Один патрон. Да серьезно, что ли?
Давай так. До себя. Зачем мне шли-то лечить? Почти попал, да. Автоэйм какой-то здесь. Ну окей. Ключ. Здесь что? Эшли, я тут. А Эшли за коробками сидит. Так, ну и что, ну не может быть такого, что в этой комнате только ящик и все. Странно. Кончились патроны. А как так они у меня кончились? 8 патронов для пистолета? Серьезно? Давай дробовик тогда. Бедно. Ебанул команду. Вот чё. Это была чистая победа. Так, записки, 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 которые я читать не хочу, потому что, ну их нахуй. Еще чуваков здесь не будет? Этих здоровых. Леон, ты в порядке? Блять, я вангую, что будет эта комната, блять, с камнем, с гигантским. Вот, блять, вангую. Потому что она самая душная здесь. По-любому она будет. Так, пошли. Так они воссоединились. Подожди, а где выход-то из этой комнаты? Что-то я... Не, ну ты подожди. Да ты издеваешься. Сколько можно пихать мне этот? О, зеленый глаз. Кстати, этого моего любимого момента тоже не было. Так, и что-то влетело внутрь. Это было сообщение. Как бумажный самолетик. Что-то было написано на нем. Нет, ты что, серьезно, блядь? Оружие говна просто. Вообще не дамажит. Конечно, блядь. Ну да, давай еще ты, блядь, меня будешь тут нахуй ебашить. Огонь, блядь. Хилки не хиляют. Хилок не дают.
Зато пизды дают очень. Так прям, блядь, сильно. Пойдем быстрей. Блять, там патроны какие-то остались. Блять, Эшли, уйди нахуй, блять, с моей дороги, ты заебала, блять. Пожалуйста, съебись. Че ты, блять, все время под пули-то лезешь? Ёбнутая, что ли, блять, или че? Да ну заебет, блять. Ноги, блядь, что уебал, блядь, для профилактики, я хуй знает. Так, а мы сами-то куда идем? Go ahead, блядь. Ты издеваешься? Все патроны, блядь, для дробовика улетели, блядь. Зато нахуй мины, блядь, дают. Серьезно. Отлично. О, нет. О, нет. Выезд это. Потрачено, ребят. Потрачено. Сколько, блядь, комнат наемников в этой игре, блядь? Это капец какой-то. Welcome. Там уровень 32 только что открылся. Да, а как с Садлером драться? Если у меня нихуя нету. Купить миномет, что-то. Сколько он мне стоит? Блять, а нужен он мне? Не уверен. Вот патроны для пистолета мне нужны. Я бы даже две пачки взял. Патрон для шотган тоже. Нахуй эти все вот эти вот идут. О, нормально. По 10 патронов для винтовки, это что, роскошь, нахуй. Знаешь, давай еще возьмем. Я как этот сейчас, какой, из разрушителя, как Сталлоне. В шопу ваши ракушки, блядь. Come back anytime. Вот оно. Это же помойка. Воняет. Нам надо туда. Эшли, погнали. Ты шутишь, да? Ой, прыгнули. Нет. Больше так не делай. Хорошо, буду. Ох, жаль. Да чё, не говори. Сзади ли он? О, господи. Накликал, блядь, беду. А что, можно убежать? Где-то что-то открылось. Есть курить, блять. Эшли, пойдем.
Мать моя, вот это пиздец. До свидания. До свидания, мои любимые враги. До свидания. Подземный проход, глава 18. Остается всего ничего, блин. Ну тут такая духота может случиться. Прям беда. А чё, я ничего не хочу. Поехали. Я, правда, выстрелил пару раз с дробовика. Да ладно. Ебать, картинка классная, нравится. Закрыто, нужен ключ. Ребят, потерпим. Мыльцо, поди, блядь, там я ебал. Так, и что мне с тобой делать, братан? А у меня тут это... А на него, кстати, флешка действует, я никогда не проверял. По-моему, нет. Пойдем. По-моему, на него флешка не работает. Использовать на Эшли. Да уж откинется, блядь. Как прекрасно, когда ты видишь, блядь, сквозь стены. Э? Так, ну это духота будет. В данной ситуации их вообще убить-то можно, блядь? Их вообще убить-то можно? Блядь, игра-то адекватная. Нихуя себе с приплыздом, блядь. Я немного сейчас это в панике, блядь, а что мне делать? Магнум, что ли, их ебашить? Ну их можно убить, в оригинале, по крайней мере. Ну-ка, пойди сюда. Стой здесь. Не понял. Он ушел? Он просто взял и ушел? Ну я пока просто проверяю. Можно ли их убить вообще или нет? Охуеть. Найс, можно. Про сколько я патронов, блядь, потратил? Ебал я рот.
Серьезно, блядь? Ну, нам придется патрон для магнум покупать. Иди-ка ты нахуй, слышь. Ну это, блядь, хуйня была. Отойди, пожалуйста. Я потратил все патроны, блядь, магнума, которые у меня были. Их было 30 штук где-то. Все патроны для винтовки, блядь. Чтобы убить только двоих, блядь. Эти мудаки, блядь, сильнее, блядь, боссов. Любых. Капец. А сейчас же еще третий будет наверняка. Мылит у вас, наверное, прям жутко, да? Сильно мылит. Блин, ключа нету. Да пиздец, они жесткие, я ядрил. Ладно бы у меня был этот снайперский этот прицел, который показывает, где у них точки болевые. Но, сука, его же нету здесь. Дверь эту нельзя открыть. Ключ нужен. А чё, подожди, я что-то... А куда-то идти? А, во. Да иди ты нахуй, блядь, игра. Ну чё ты там встал-то? Да ну нахуй, это бесполезно, блядь. С теми двумя, ладно, они на проходе. Этого, блядь, мы сейчас обманем как-нибудь. Как-нибудь. Сюда встанем. Он войдет. Войдет по правой стороне, а мы такие назад. Хуяк-хуяк. Бро. Мы тут. Давай, 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 крути, крути, блядь, свою хуйню. Так, карта валяется на полу. Окей, а это что, записка? Да, у, блядь, беги. Так, дверь открылась. Спасибо. Беги. Не-не-не, мы с ними не будем драться. Пизду, блядь, я и так уже, блядь, их убивал тут. Беги, беги. Я, конечно, зря сюда бегу. Но да пох. Так, Садлер внезапно появился. Так. Паразит очень силен внутри вас. Бла-бла-бла. Спекуляция бесполезна. Ну, контролирует Эшли. Пойдем, Эшли. Эшли подчинилась. Эшли, не иди. А Эшли пошла. Эшли, не иди. А нет, смотри, этот будет здесь. U3 будет здесь, серьезно? Блин, он же жесткий пиздец. Ядрил я рот.
U3 будет. Цена силы. Финальная крепость. Welcome. Успеем мы за сегодня пройти-то, интересно. Три миссии. Блять, мне магнум нужен позарез сейчас. Патроны. Раз. Два. Три. Патроны для винтовки тоже бы не помешало бы. Раз. С места нет? Да, у нас места нет. Ой, блядь. Можно ТМП продать? Оно, блядь, никчемное. Я зря на него деньги потратил. Пошло оно в пизду. Занимает место. Еще эти патроны ебучие. Выкинь их нахуй. Давай, давай. Один хрен еще дадут. Всего лишь три хилки у нас. Ну ладно. Безудержное веселье начинается прямо сейчас. Так, он, когда они убегали, трекер он оставил на Эшли. Когда он нашел этот трекер, он, короче, просто в земле лежал. А Эшли не было. И тут внезапно бабах, из стены какая-то хуйня вылезла. Мы прыгнули на контейнер, его я ебу, блять, это какая-то хуйня ебанутая. Пойдем отсюда, куда-нибудь. Как здесь это будет работать? Так же? Так, активирован. Ты чего? По идее, поначалу с ним драться бесполезно. Только по идее. Так, мануал. Прозвучала тревога, нужно бежать туда. К выходу. И по очереди, короче, контейнеры будут обваливаться. Ох, сика. Трасти, блять. На самом деле клево его здесь сделали. Такой какой-то прям, да, такой стрёмный. Да. Мне нравится. Так, блять, опасненько. Опасненько, он даст мне пройти? Дай пройти. Ну, блядь, серьезно, чел, блядь. Ну, это что это, блядь? Ну, это хуйня полная, блядь. Ну, он просто, блядь, стоит на проходе и не дает пройти. Ну, что это? Че, блядь, полжизни снял, мудак такой. Блядь, тут что, и не пройти, что ли? Ёпа-мать. А как, куда? Подожди. Игра, стой. Игра, игра, остановись. Фу, блядь, еле успел. Так, целлофановое веселье. Ну, я смотрю, здесь по кнопкам не надо стрелять. Как в оригинале было. Вот этот заяц спасибо. Спасибо, говорю, заяц. Блять, ну это чё за хуйня-то вообще, блядь? Ну он не даст выйти-то теперь. Ну он не даст выйти, блядь. Ну не дает он выйти, блядь. Пиздец. Дичь какая-то. А, блядь, конечно, надо было бы этот идти, блядь. Ага. В тоннель, блядь. Дай пройду. Чел, блядь, ну это чё за хуйня? Вот это пиздец. Хибота полная, блядь. Да, блядь, ты чё, нахуй, телепортируешься, блядь, или что?
чувак. Это, блядь, нечестно. Да открывай. Блять, ну не начинай ты, мудил тупое, блять. Дай пройду. Ты серьезно? Может, достаточно? Так, он упал вроде как вниз, но... Не факт, что это все. Ты его знает, это было. Хотел сказать, нахуй, не дай бог, блять, красную дадут. И дали красную. Вот же говно. Тащи. Сейчас куда-нибудь утащим. Ну, сейчас босс будет по-любому. Такая тишина, вообще ничего не слышно. Даже ни звука ходьбы нету. Серьезно? И чё, где он? Откат двери, блядь. Здравствуйте. Угу. Еп, чего, блять? Ты еще и так делаешь? Охуел твоя голова? Где ты? Блять, ну это какая хуйня, он так не делал в оригинале, чего, блять? Блять, как у меня говна тут лежит. Жесть. А давай ты покажешься, и я тебя ударю гранатой. Эпизод Чика и гранаты. Удачно. Как думаешь, если кинуть гранату, она его ослепит? Как всегда, вовремя. Издеваешься, ты мне, блядь, даже шага не даешь сделать, ну серьезно, игра. Ну вот это, блядь, хуйня нечестная была сейчас. Последний хил. Я просто спамлю Е и жду его, когда он вылезет. Пошел он нахуй. Че, не знаю, блядь. Ха!
Да, блядь, иди в пизду, ты заебешь, блядь. Да ну иди нахуй, ну блядь, как? Чушь какая-то, блядь. Перезарядиться, блядь, не дает. Ну а что я с ним еще делать должен? У меня хилок больше нету. Единственный вопрос остается, куда ему стрелять? И дамажит ли вот это его? Ну это хуйня полная, блядь, игра. Ну, блядь, серьезно, я перезаряжаю пистолет, ты, блядь, меня дамажишь. Полная хуета, блядь, просто. Он меня убьет сейчас. Я тебе говорю. Он убьет меня. Даже зная, как он атакует, я не могу его увидеть нормально, блядь. Ну что это? Давай, чел. Чел, дохни. Я сейчас попытаюсь перезарядить, блядь, он меня убьет. У меня нет патронов больше. У меня есть патроны, серьезно. Только если мы убежим, блядь. Давай ты что-нибудь там ударишь, какую-нибудь атаку сделаешь, давай. Я перезарядиться успею. Одну кнопку надо нажимать. По-любому у нее ебаная туча, блядь, айфреймов. Вот, блядь, по-любому прям. Пизда мне. Блядь, он что, помер? Серьезно? Лол. Он попал. Нахуй. Победа, она моя. И это было близко. Так, вот этого я никак не мог ожидать. Краузер. Будет бой с Краузером. И это предпоследняя миссия. Что-то одни боссы, блядь, серьезно. Одни боссы. U3 босс. Power of, Price of Power босс. Final Fortress босс. А 22 что такое? Побег? Welcome. Писос. Благо деньги есть. На покупку этих всяких патронов. 5000 теперь стоит. Ну ты чё, игра? Блять. Серьезно. В одном экземпляре вы продаете мне хилку. Ну и ебалый рот. Ну и что делать будем? Что делать будем? С ножа я его не смогу победить. Так, подземные катакомбы, короче, гигантские руины.
приблизился к зданию, тут появился мистер. Мистер, я хочу силы. Старый друг Краузер. Сослуживец. Да, он работает вроде как на Седлера. Но типа они его используют, он их использует. Все ради воскрешения Амбреллы, бла-бла-бла. Ах, господи. Не представляю, что сейчас будет. Если он будет такой же, блядь, как в оригинале, это пизда. А, блядь, он такой же, как в оригинале, ебать. А дай пройду. Да вы ебанулись. С разницей, блядь, что это его не берет здесь. Че, мину заложил, блядь? Мудил того. И что-то там спрятался. Ой. Окей, попробуем так. Здесь он проще. В этом плане. Какого года версия? Сложно сказать. Что эта игра изначально выходила на Zibo. Такая консоль есть. А потом ее портировали на Android в 2013-м. Ты додж. Я нажал кнопку. Давай. Зачем я нажал селект? Ну, да я нажимаю, блядь, игра, ну ты чё, блядь, издеваешься, что ли? Пиздец, как много говна в инвентаре. Ну, чел. Ты чё, серьезно? Блять, не поворачивайся, пожалуйста. Да, времени нету. Сикап. Блять, сколько у тебя хп-то, блять, братан? Сколько у тебя хп, ты заебал? Наконец-то, блять, помер.
Блять, конечно, это... Конечно, блять. Краузер помер. Скажи мне, где Эшли? Она в крепости, в руинах. После того, как он рассказал Леону, где Эшли, Краузер перестал двигаться. Леона... Кто-то там спрашивал про новый контент. Вот этого не было в оригинале. Он просто сдох. Так, у нас минута. Я хз, надо будет бежать или не надо будет бежать, или сейчас просто уровень закончится. Быстрее, пожалуйста. Так, окей. Так. Все взорвалось. Ну, я так понимаю, ли он выбрался. Надеюсь. Должен поспешить в крепость. Это машинист. Почему всех интересуют, блядь, мои кепки? Я тебя спрашиваю, сколько у тебя трусов? Нет. Зачем мне эта информация? А тебе зачем информация про кепки? А, это еще не финал. Это еще и не финал, ёпамать. Я думаю, 21. Это все. То есть еще вот это говно. Ой, мать. Не, мне не нужны подарки. Спасибо, конечно. Welcome. Да, блядь, ты крутишься, нет? Всего лишь 2000. А, это часть сета была. Так. Что дичь какая-то происходит. Здесь патронов магнума не хватит. Я не знаю, хилку я не буду брать. Пока так. Пока так. То ли один уровень остается, то ли два. Но, скорее всего, два, потому что там 22 еще нарисовано. Так, Эшли отстрелил крепость. Три острова. Прокрался в крепость. Дверь закрылась, и внезапно появились два чувака с миниганами. Блять, да ты гонишь. Самая душная хуйня в этой игре. Вот, блять, вот... Тушнее этого говна нету ничего, блять, в этой игре. Блять, музон, конечно. А майка не будет, да, я так понимаю, да? Блять. Майк не приехал. Серьезно? Да пошел нахер. Бля, они прям здесь встали. Да в смысле, ты через стены что ли ебашишь, блять, алло? Какая-то происходит. Блять, ну ты-то еще нахуй откуда, блять? Иди в пизду, дебил.
Блять, что? Шла нахуй игра. Блять, сколько у меня патронов для дробовика, ебать? Жесть какая-то. Пол инвентаря патронов для дробовика забито. Приблизь. Да ну, блядь, серьезная игра, ну, блядь, иди нахуй. Мне хотя бы одного из них, блядь, выпилить. Это что, духота какая-то. Да иди ты нахуй, ну, серьезно, блядь, мне даже выйти не дали, блядь. Окей. Здорово. А, ты попадаешь отсюда? Ладно, хорошо, давай тогда по-другому. Хочешь хуйней заниматься, давай. Вот хренов. Спасибо, что прикрыл, братан. Найс, минус один. Блять, ну, айфреймы пресвятые просто в этой игре. Просто пресвятые айфреймы, я ядрил. Здорово. Ну, конечно. Лови хуй моржовый. Что, не нравится, блядь? Козел хренов. Окей. Фух. Теперь будет попроще. Наверное. Да я даже оружие менять не буду. Вообще в наглую из дробовика буду сбивать. Там этот дробовика жопой живут, блядь. Ну ты что, серьезно сейчас? Ну конечно, как же, блядь, без новых врагов-то? Если играть серьезно, давай дохни уже, ну. Как туда попасть? Да, ядрить. Тут прыгнуть-то можно, нет? Я очень сильно не хочу хилку использовать. Потому что их и так нету. Блять, они еще и не дают ни пизды. Вообще нормальные. Чел. Да ты серьезно? Чувак, я жду. Конечно, зачем потом, зачем давать хоть что-то? Ты что?
Серьезно? С другой стороны. Эта игра не знает, как давать предметы. Вообще ни разу. Как подняться наверх-то? Что происходит? Где-то... А-а-а. Я в него 7 раз выстрелил. И за это мне дали... гранату, блядь. Да ты идешь нахуй, ты че, блядь, заебал? Чел. Нажми. Так, оно минуту открываться будет или через минуту. Или до минуту надо добежать? Ой-ой. Тихо-тихо. Челик. Воу. Я попробую добежать, но... Ладно, терпим. Давай быстрее, игра. Открывай. Лабораторию мы нашли. Эшли. Внутри капсулы? Чё-то новенькое. Эшли. Так, Леон подбежал к капсуле. Почувствовал, что кто-то сзади него. Вернулся, это был Седлер. Так. Хотел обрести божественную какую-то силу. Верни Эшли. Ты не сможешь. Так, Седлер положил руку на Леона, начал контролировать его тело. Леон принял свою судьбу, что? Но внезапно выстрел автомата. И это была Эйда. Она... Леон, сейчас! Она пока в него стреляет, он спасает Эшли. А, я думал, это катсцена к началу игры. Ну, в смысле, это... Чё-то, блядь, я запутался уже. Последний акт доступен, говорят. Throwdown. Welcome. Я чисто прикола ради хочу базуку взять. Места хватит? Блядь, не хватает места. Сука. Ну, ему сейчас это, на вафли место-то, что, вопрос? Главный вопрос. Так, 10, нужно 16, да? Вот это говно впаривай. Мне не нужно. Им не пользуюсь. И вряд ли уже буду. Так, тоже продать. Вау. Купить базуку. Давай. Конец-то игры, блядь. 96 из 96. А продают они этот спрей? Я бы спрей взял бы. То, что у меня хп-то вообще беда. Продать что-нибудь. Чтобы купить что-нибудь. Гранату он продал. И вот 8 патронов. Сразу место освободилось. Купить спрей.
У меня еще два места остается. Полезут? Полезут. Давай. Come back anytime. Час 18. Ну, короче, Эшли и Леон использовали машину, чтобы извлечь паразита из своего тела. Леон, выберемся отсюда. Они сбежали из этого места, прибыли какой-то это к верфи или типа того. Что-то странное, Эшли, жди здесь. Леон оставил Эшли позади, встал на лифт, поднялся наверх, увидел Эйду наверху. Седлер привязал ее к веревке, он попытался его контролировать, но это бесполезно, паразитов мы удалили. Пошел нахер, Седлер. Бросил нож, Эйда упала на ящике. Все в порядке, да. Так, он разразился смехом, что-то не так. Клише, что американцы всегда побеждают. Превратился в монстра четырехногого. Ну, посмотрим, что мы сможем против него сделать. Как бы начать-то лучше, я даже не знаю. Ну, точно не с этого. Дай бровым гранату. Охуенно сработало, блядь. На нахуй. Блядь, он живой еще. ГГ, ребят. Он живой еще, блядь. Нихуя ты быстрый. Так, наверное, лучше с пистолета. По глазам стрелять, по мелким. Ебать, чё, клюнул меня, что ли, блядь, охуел? Он, сука, клюнул меня. Да, блядь, попади ты по этому ёбаному глазу. Твою мать. Я побежал. И нахер мне это. Ух. Да еб. Сука, что ты делаешь-то? Блять, опять обезумел все, блядь. Блять, он не развернулся. Добром-то. Тут можно его это. Блять, мне вообще хочется стрелять обычными патронами в него. Что у него вроде как. Глаза-то эти просто так умирают. Бля, опять он не развернулся. А, вот, клайм, 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 клайм. Давай еще.
Его хоть с пистолетом можно убить, мне кажется. Надеюсь, попадаю. Надеюсь, дамажу. Ебать, страты. Ебать, страты. Перезаряжай. Срочно. Че делаю? Чего? Да, блядь, стреляй, сука. Отойди. Так, слабая точка, хуёчка. Используй это. Крикнула Эйда и бросила ракету. А как я туда попаду? Чё это? Ебать, ты прыгнул. Охуел ты что ли, блядь? Я не знаю, насколько все плохо. Давай. Блять. Тихо. Бегай, 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 бегай. Иди, тихо. Блять, тихо, спокойно. Спокойно. Давай его вот так вот, блять, сейчас подманим этой хуйней. Да? Окей. Чё-то не сработало. Йоу. Да, блядь, чё, чё в тебя попасть-то, блядь, не могу, ты заебёшь. Вот. Hasta luego, asshole, блядь. Петю Лямзи. Чё, ты все? Ну, все. Так, он упал в вагоне. И он победил Седлера. Так, образец тестовый. Прости, но я забираю это. Эйда, ты знаешь, что это? Ага, конечно, она знает. Она за этим сюда и прилетела, в общем-то. Она прыгнула в вертолет и улетела. Да? Она установила таймер, бомбу. И кинула ключи от водного мотоцикла, чтобы Леон смог свалить. Блять, откуда мы пришли-то, блять, ебаный рот. Блять, сейчас серьезно, водный мотоцикл будет, что ли, блядь? Так, они встретились. Что случилось? Нам нужно убираться. Сейчас все взорвется к ебеням. А, не будет? Я уж думал, будет. Ну, я так понимаю, мы только что прошли.
Resident Evil 4 Mobile Edition. Ну, я так думаю, по крайней мере. Если, конечно, не будет сюрпризов. Леон! Леон! Едем домой. Видео, конечно, сжато, прям жусть. Жусть просто, ну. Они даже диалог сюда не вставили. Охренеть. Она его типа на свиданку приглашала, а он отказался. Миссия выполнена. Леон? Еще пока нет. Мы отправляемся домой. А, о. Я тебя, это, ну... Еще одну миссию выполнишь? Боюсь, нет. Так и думал, что так скажешь. Кстати, кто была эта женщина? А, это важно. Ладно, скажите. Возможно, она призрак. Миссия выполнена. Поздравления. Вы прошли историю на сложности Normal. Попробуйте теперь в Nice Run пройти. Все, конечно, да, вот делать мне больше нехуй. Все? Даже титров нету? Серьезно? На куражах. Хуба! Удивительно было. Это версия удивительно говно. Просто. Она вроде бы похожа на Resident на 4, но... Знаешь, вот есть в четвертом Резиденте моменты, которые моему сердцу приятны. То есть они не душные. Но здесь этих моментов вообще нету. Как будто это, блядь, какой-то хит-парад духоты, блядь. Серьезно. Мне так нравился бой с этим. Как его... С вождем. А его здесь нету тупо. А это клевый бой был. Бой с рыбой был охеренным. Кстати, я забыл совсем, что рыба была же еще. А здесь ее не было. Спасибо, Архимон. Ты, походу, один остался. Больше никого нет. Блин, все повырезали, я даже не знаю, что сказать еще. А что это, кстати, такое? А, управление можно менять. Понятно. Игра говна. Ну, не на 100%. Ну, то есть, в ней есть какие-то моменты, которые ограничены, ну, мобильником. То есть, знаете, на мобильниках, типа, три кнопки одновременно нажать нельзя. Здесь это работает. Ну, или две там, я не знаю сколько. Здесь, типа, функция мультитач. Но она все равно больше двух касаний не поддерживает. Здесь та же история. То есть, ты можешь просто целиться в какую-то сторону, нажать кнопку... Потом нажать другую кнопку, она просто не сработает. Я во многих моментах, я пытался бежать, отбежать в сторону, короче, но что-то по привычке нажимал какую-то кнопку, типа, ну, бега еще раз. И, короче, останавливался полностью, я хз. Вот это меня прям очень сильно выбивало, я из-за этого очень много хп потратил. Но в целом, знаешь, для мобильников это вообще мощно. Единственное, что на одном дыхании лучше не играть, лучше перерывами. Это я уж играю как, ну, как по привычке. Просто поначалу первые три миссии было прикольно, 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 а потом что-то, короче, это... Народ весь ушел, блядь, из чата просто. За два часа все сообщений 10, было 15. Капец. Это еще ведь не все, тут еще мерсенарис он есть, охереть. Но я это не буду проходить, нахер. Меня компания только интересовал, как вообще игра работает. Работает она, в принципе, исправно. На мобильнике это вообще, наверное, прикольно. Единственное, сенса. Сенса очень такая дерьмовенькая. Тоже вот этот момент. То есть ты нож достаешь, короче, и такой, знаешь...
Скорости не чувствуется. Все, что я хотел сказать, в принципе, про эту игру. Ладно, все, хватит. Я пойду уже отдыхать.